Я такое дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибкий, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться. Банком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить и потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, или могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. Я не хочу, чтобы с меня стирали кожу, я не хочу, чтобы меня красили, сушили, белили. Нет, деревьев. Нет, я этого не говорю. Просто я другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет. Я другое дерево. А я хочу тягнутися в небо, не тому, що я краще інших дерев. Ні, а просто я інше дерево. Я таке дерево. Ваші оплески, Пономаренко Дар'я, студія «Зебра».